Здравствуйте. Я Игорь Колб. Ну, как вы догадываетесь, сегодня я персонаж из рождественской сказки «Щелкунчик». А значит, зовут меня Трасимейр. С моим появлением на сцене всегда происходят разного рода сюрпризы и чудеса, но порой и мистические события. И именно сегодня в Петербурге я появился за тем, чтобы задать вам вопрос. А вы готовы к чудесам?